Приветствую. Вас давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочу сказать следующее. Может быть, я буду говорить вещи, которые вам покажутся немного странными, может быть, даже жестокими, вызывающими, может быть. Но я прошу не торопиться с ними как-то вступать в конфронтацию, я прошу не торопиться высказывать протест, противоречие и попробовать обратить это немножко внутрь себя на исследование и проработку. Может быть, что-то из этого вам будет полезно. Смотрите. У меня сложилось впечатление по вашей истории, что у вас есть чувство вины. Я, так же, как и моя коллега Светлана, предполагаю только, вот, но, если честно, это основной лейтмотив, который мне видится здесь, чувство вины. То есть я не могу оттолкнуть ребенка, не могу отграничить себя от него, потому что я ему должна, я должна с ним все время быть, если он орёт. Я чувствую себя виноватой за то, что ему плохо, в кавычках. Может быть, когда-то ему и было плохо, но сейчас это в большинстве случаев манипуляция. Это просто даже не манипуляция, это просто привычка получать желаемое. Вот. То есть понятно, что там, иногда ему действительно нужна мама, иногда действительно ему нужна мама, но тем не менее. Вот. И, соответственно, я чувствую себя привязанной, я чувствую себя, по сути, обслуживающим персоналом для своего ребенка. Вот. И из-за этого я на всех срываюсь. То есть я-то в себе злость подавляю, естественно, потому что я считаю, что я должна, я виновата. Чувствую себя виноватой, когда ребенок там орёт и прочее. Вот. Ну, здесь чувство вины. Вот в первую очередь я поработал бы с чувством вины, но обратил бы внимание на него. Что такое вина? Это агрессия, подавленная агрессия, злость и так далее. Вот. Может быть, даже и не к ребенку. Часто вина возникает из-за проблем с ответственностью. То есть личные границы, ответственность, вот. Это тоже проблема. Какая-то неуверенность в себе, заниженная или завышенная самооценка также предполагает возникновение чувства вины, потому что, например, у человека заниженная самооценка, можно навалить очень много и на полном серьезе требовать, чтобы человек все это как бы отработал. На человека завышенная самооценка, напротив, ничего нельзя вообще положительно, как бы на его ответственность, человек завышенный самооценка, он стремится к полной безответственности, вот, и на этой почве тоже могут возникать различные коллизии, поэтому тут как бы вот чувство вины, да, но вот вероятно всего есть. Следующее, это вот то, что вы описываете, да, говоря, что ребенку снятся кошмары ночью. Это тоже очень важный момент. А он просыпается, кричит, там, соответственно. Я бы, честно говоря, врачу поковал бы неврологу ребенка. Вот, а это вполне возможно, там есть какие-то момент. Мне кажется, не совсем. Я не врач, но мне кажется, не совсем нормально, когда ребенок так вот спит неспокойно, просыпается кошмаром. Вот.
Вполне вероятно, вы пропустили какую-то травму детскую. Вполне вероятно. Может быть, у вас была такая ситуация, что вы ребенка оставили, да, вот отчасти то, что говорит моя коллега Светлана. Вы ребенка оставили, он долго кричал, вот, вы там, не знаю, либо забыли про него, ну, это вряд ли, либо не могли долго к нему подойти, вот, из-за этого чувствуете вину свою. То есть вот что-то произошло такое. И, соответственно, да, с одной стороны, ребенок там боится, что боится вас потерять, с другой стороны, вы сами чувствуете вину. Здесь важно вот что. Важно понять следующее. Для ребенка самое главное – это стабильность. Наличие рядом вас постоянно – это нестабильность. Вот. Стабильность – это когда вы снова и снова появляетесь в жизни ребенка. Но не тогда, когда вы постоянно рядом с ним. Вот. Такая вот история. Поэтому я бы сказал, что если мы исключаем любые медицинские показатели, то есть если мы принимаем во внимание, что ребенок ваш абсолютно здоров физически и психически, имеется в виду, если у него нет патологий, таких ярких, серьезных патологий, то вам предстоит не очень легкий путь, требующий определенных энергий, определенного количества энергии, требующий поддержки, что лучше всего получать от психотерапии, потому что вы сейчас находитесь в раздрае. Вот. Ну вот как я это вижу, да, вот как я это вижу. Я не детский психолог, да, то есть детская психология – это не моя специализация, вот, поэтому я могу ошибаться, по-моему, дети начинают разговаривать там самое раннее с 3 лет. Правило, вот в 3 года ребенок начинает пытаться говорить что-то, его можно понимать. А в 2,5 года он начнет тоже говорить, но вот не всегда понятно. Вот мне кажется, 3 лет ребенок начинает говорить, могу ошибаться. Вот смотрите. Важно вот понимает ли сейчас ребенок то, что вы ему говорите, условно. То есть вот, ну, как бы, там, если вы скажете, там, я там, хочу вот того-то, да, поймет ли ваш ребенок это. Вот, вы меня просто здесь подкорректируете, потому что, повторюсь, я не детский психолог, я не занимаюсь детской психологией. Вот. И, соответственно, дети – это не сфера моих интересов, поэтому я могу здесь путаться немножко. Но, значит, если ребенок вас понимает, а если ребенок может понять то, что вы ему говорите, естественно, там какие-то простые вещи, то ключевой момент в следующем. Ага, чему вот нужно учить ребенку? А, сейчас. Мама говорит, что час меня не будет. То есть я на час ухожу и уходит на час. Час мамы нет. Ребенок орёт, кричит и так далее. Но ровно через час мама приходит. И вот этот момент, стабильности, он очень важен. И вам придется этому ребенку научиться. Поэтому начинать лучше, ну понятно, сейчас определенные есть ограничения, поэтому начинать лучше с психотерапии. Вот час психотерапии вы уделяете внимание себе, а ребенку говорите, что на час вас нет. Это самый лучший вариант, который я вижу. Вот. Так вы, с одной стороны, учитесь уделять внимание себе. Так вы учите ребенка стабильности, и так вы научаете его находиться самому с собой.
На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это может послужить началом ваших работ над собой.